Тебе на молнии. Виномолния, явление космоса, глаз, глаза глядящих тех, кто растворяет и растворяется на заднем сиденье голубого автобуса, клавишами играет всего мысленного и немысленного, новый и такой сплошной тыквы мира. Виномолнии глаза. Было бы красиво, если на крышах домов, спальных районов разместить жестяных китов разных размеров на тонких опорах. Виномолнии глаза ничего общего с этим не имеют. Как что звучат виномолнии глаза? Посмотри в окно на солнечный день и провести линию можно, только пробовать наблюдать, как сконцентрироваться не получается. Звучит, как зажатая невесомость дверью в другую комнату, не в ту, в которую хотел попасть, как брызги венозной крови на белых лилиях, так виномолнии могли бы выглядеть. Но они никак не выглядят. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И сейчас наша последняя песня — это «Пшеница». И будьте бдительны, потому что очень возможно, что в скором будущем инопланетный разум решит оформить вторжение на планету Земля и спокойно может это сделать через хлеб. Но не бойтесь. Все будет хорошо. Посмотрите на поле пшеницы. Представьте себе поле пшеницы. Представьте себе поле пшеницы. Посмотрите на это поле пшеницы. Когда-то в меловом периоде раптор бегал тут на хорошо развитых задних лапках. Динозавр продолжает эволюцию, растворяется во времени, превращается в многофункциональный истребитель пятого поколения. Так вот, есть сказание, надоест это все пшеницы скоро. Стога живут стадами, станут и стаями, поведут через хлеб атаку. Пора начинать следить за хлебобулочными, запоминать их положение, проверять на передвижение. По ночам на присутствие ходят слухи, мол, вербуют их, собирают армию пшеницы хаоса. В глазах человека подобных война на вытеснение началась. Печеньки заражены аллергенами, печеньки заражены. Печеньки заражены.
Пора прокачать эволюцию. Пора прокачать эволюцию, выбросить печали с матрицы. Пора прокачать эволюцию, выбросить печали с матрицы. Пора прокачать эволюцию, выбросить печали, все, что печалит. Ла тристес дурера тужур, сказал он в конце самом. Написал пшеничное поле и вороны в начале. Пшеничное поле ровно затем, через 19 дней, выстрелил себя в грудной отдел, стоя в колосьях последнего поля. Так пшеница порешила Ван Гога хитрым ударом пшеничного рока. Стоп, сердцебиение. Очередное коварство, пшеница вторжение. Печеньки заражены аллергенами. Печеньки заражены. Заражены аллергенами, печеньки заражены. Это о-о-о, о-о-о, о-о-о. С вами была группа «Восстание Гагарина». Всем любви и не забывайте практиковать хаотичную любовь. Не забывайте.